В Новом Завете есть две группы слов, которые связаны тем или иным образом с идеей искупления. И первая группа слов перечислена в ваших конспектах. Это такие слова, как «агарадзо». И это слово означает «приобретать на рынке», «покупать что-то на рынке». И когда мы с вами рассматриваем это слово в контексте нашего спасения, то мы с вами говорим о том, что неспасенные люди являются рабами греха. И поэтому тот, кто захочет их искупить, должен будет занять место раба, взять на себя их проклятие и пролить свою кровь как выкуп, заплатив тем самым цену за искупление. Если вы посмотрите на 99-ю страницу своих конспектов, то увидите там место, в которое необходимо вписать библейские тексты, говорящие об искуплении. И давайте сейчас это сделаем. Во-первых, это первое послание к Коринфянам, 6 глава, стих 20. В этом стихе используется слово «агарадзо». Также послание к Галатам, 3 глава, 13 стих. В Галатам 3:13 используется греческое слово «экс-агарадзо». Чтобы получить это слово, перед словом «агарадзо» необходимо добавить буквы «экс». И добавление этих букв «X» подразумевает, что искупление происходит из чего-то. То есть происходит не просто агарадзо, искупление, то есть не просто вносится необходимая плата. Ведь, как я уже говорил, агарадзо означает, что кто-то платит, вносит необходимую цену. Слово же «экс-агарадзо» добавляет еще один нюанс в значение, подразумевая, что плата вносится, чтобы выкупить что-то, выкупить грешника из рабства греха. Так, к примеру, выкупались рабы на рабовладельческом рынке. В следующих двух текстах также используется слово «экс-агарадзо». Это Ефесянам 5:16. И послание к Колоссянам, 4 глава, стих 5. Если вы посмотрите на эти тексты, то вы увидите, что они связаны с идеей искупления. А если говорить более конкретно, то с искуплением, совершенным Иисусом Христом. Другая группа слов в Новом Завете, которая ассоциируется с искуплением, это группа слов, связанная со словом «лутрао». И как отмечено в ваших конспектах, основное значение этого слова — это предоставлять свободу человеку, выкупленному из рабства. Если слово «агарадзо» подчеркивает идею выкупа, когда платится цена раба, то слово «лутрао» подразумевает предоставление свободы искупленному рабу, за которого заплачена цена. Также вы увидите вот в тех текстах Писания, которые здесь приводятся, что также присутствует идея, что плата является заместительной, то есть плата платится за нас. Хорошо, о каких же текстах Писания идет речь? Вот, к примеру, можно указать на такие тексты Писания. Это послание к Титу 2:14. Да, послание к Титу, 2 глава, 14 стих. Простите, если я произнес это не слишком четко. Также первое послание Петра, 1 глава, стих 18. Послание к Римлянам, 3 глава, стих 24. И также два текста в Евангелиях. Евангелие от Марка, 10 глава, стих 45.
где говорится о том, что Христос отдал свою жизнь, выкуп за многих. Также Евангелие от Матфея, 20 глава, стих 28. В этом стихе также говорится об искуплении. То есть Он отдает свою жизнь в выкуп, чтобы заплатить за грехи. И глагол, который используется в этих текстах, это «лютрао». Искупление поэтому связано с грехами. И что касается цены, заплаченной за искупление, цена — это кровь Иисуса Христа. Это Его жертва. И стоит отметить, что это особенная кровь, уникальная кровь. Это кровь совершенно праведного человека. И только такая кровь могла стать платой за наши грехи. Об этом говорится в Ефесянам 1:7, а также в послании к Колоссянам 1:14. Послание к Евреям, 9 глава, стих 12. И первое послание Петра, 1 глава, стихи с 18 по 19. Я полагаю, что этот текст вам хорошо знаком. Петр пишет: «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданы вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого ангца». Далее внизу 99-й страницы ваших конспектов, а также на 100-й странице, вы можете прочитать о том, от чего же мы искуплены. Мы понимаем в общих чертах, что мы искуплены от греха, но что конкретно здесь имеется в виду? На этом рисунке схематически изображен весь процесс спасения. Не пытайтесь его скопировать. К сожалению, я заранее не поместил этот рисунок в ваши конспекты, но я уже скопировал этот рисунок, и после занятия каждый из вас получит копию. Вы видите здесь разделение. Спасение совершено, и это имеет отношение к искуплению, тому, что Христос совершил на Голгофском кресте. И далее, следующая часть — это то, к чему ведет искупление в жизни спасенного, искупленного человека. И прежде чем мы с вами обсудим то, что изображено в левой части этого рисунка, давайте посмотрим, что находится снизу. Спасение инициировано триединым Богом, который по милости Своей послал в мир Спасителя, который совершил наше спасение. И также Он послал в мир Духа Святого, чтобы явить спасение в жизни людей. И вот, студенты, лично я представляю доктрину спасения следующим образом. Вот представьте, вы получаете подарки под рождественской елкой, или, скажем, другой день, но пускай это будет Рождество. Скажем, до Рождества еще месяц-полтора, или, может, даже чуть более, и каждый из нас с нетерпением ждет наступления этого праздника, наступления Рождества. И вот в итоге наступает этот день, и вы получаете свои подарки. Но для того, чтобы эти подарки появились в рождественское утро, должно кое-что произойти. Во-первых, кто-то должен пойти в магазин или куда-то и выбрать для вас этот подарок, заплатить за него, купить его для вас, принести этот подарок домой, красиво его упаковать и положить под рождественскую елку. То есть, я повторюсь, кто должен пойти, купить этот подарок и принести его домой. Но если кроме этого ничего больше не происходит, то вы не получите ничего на Рождество. Вот представьте, если в рождественское утро вы просыпаетесь, подходите к елке рождественской, видите под ней множество красиво упакованных подарков, находите подарки с вашим именем и говорите про себя: «Какая щедрость! Как здорово, что есть эти подарки под елкой, что кто-то действительно здорово поступил, приобретя эти подарки для вас и положив их под елку». Но при этом вы решаете не брать эти подарки, вы не прикасаетесь к ним
и оставляете их лежать под рождественской елкой. И что же? За подарки заплачено. Они уже ваши, но они остаются лежать под рождественской елкой. Но также может быть и другое. Вы открываете подарки, они вам не нравятся, и вы оставляете их под рождественской елкой. И затем на следующий день надо будет выстаивать огромные очереди, чтобы сдать этот подарок, получить за него возврат или поменять его, может быть, не тот размер. И в этом случае вы также останетесь без подарка. И только в том случае, когда кто-то пойдет и купит для вас подарок, и затем вы возьмете, откроете его и оставите у себя, только в этом случае вы получите что-то на Рождество. И вот теперь посмотрите, искупление — это Божья плата за тот подарок, который вы должны получить. И тот факт, что Он уже оплатил, означает, что мы не должны ничего платить. Но подобно тем подаркам, которые лежат под рождественской елкой, если мы их не возьмем, не откроем и не сохраним их, то на самом деле не важно, за сколько они были приобретены, подарков все равно у вас не будет. И я подумал, что если вы таким образом будете воспринимать доктрину о спасении, то вам будет более понятно. Итак, с чего мы начнем? Вы видите, что по центру этого рисунка написано слово «искупление». Это жертва нашего Спасителя. И если вы говорите о том, что эта жертва делает для нас, для людей, то вы прибегаете к идее замещения, устранения необходимости платить смертью за свои грехи. Если вы говорите только лишь о том, что достигается этой жертвой в отношении с Богом, то вы используете идею умилостивления и говорите о смягчении Божьего гнева. И вскоре мы с вами будем говорить, к чему ведет искупление в контексте отношений между Богом и человеком, отношений их друг к другу. И мы с вами будем говорить об идее примирения. И здесь необходимо сказать еще вот что относительно искупления. И это вот что. Все вышеперечисленное, замещение, умилостивление, примирение, все это совершается Иисусом Христом вместо нас. То есть Он стал на наше место и совершил все вместо нас. И все это было совершено на кресте. Но тот факт, что Иисус Христос совершил это все на Голгофском кресте, не означает, что каждый человек будет спасен в тот момент, когда Иисус Христос умер и воскрес из мертвых. И поэтому мы говорим, что этот дар, и действительно, этот дар потенциально доступен для каждого человека. Однако также есть и процесс принятия спасения, принятия в вашу жизнь и в мою жизнь. И если этого не происходит, это не означает, что Христос не доплатил или не заплатил сполна. Это всего лишь означает, что вы или я не принимаем того, что Бог дает, дар Божьей благодати. Это спасение. Мы решаем купить самим себе свой подарок на Рождество, хотя при этом у нас денег далеко недостаточно, чтобы купить необходимый для нас подарок, сравнимый с тем, который Бог может нам подарить. Итак, мы еще вернемся к этому рисунку, будем ссылаться на него во время нашей лекции. И, как вы видите, правая часть этого рисунка также не сильно проста. Но далее мы с вами все проясним, и, я надеюсь, все нам станет достаточно понятно. И, как я уже сказал, каждый из вас получит ксерокопию этого рисунка, потому что я прекрасно понимаю, что перерисовать эту схему будет далеко непросто. Итак, это то, что касается этой схемы, и сейчас мы с вами пойдем дальше.
и поговорим с вами о том, от чего же мы с вами искуплены. И прежде всего, мы с вами были искуплены, и этому учит нас Писание, от проклятия закона. Но давайте с вами поразмышляем, что же это означает. Означает это то, что мы искуплены от наказания за преступление закона. И наказание в том, что на нас должен обрушиться Божий гнев, так как мы преступили закон и совершили грех. Вот это проклятие устранено. Позвольте мне повторить. Проклятие закона заключается в том, что мы должны понести наказание за преступление закона, за нарушение Божьих заповедей. На нас должен обрушиться Божий гнев и Божье недовольство, так как мы с вами пренебрегли тем, что требует Его закон. И в послании к Галатам, в 3 главе, в 10 стихе, мы читаем об этом проклятии. Поэтому можем говорить о том, что проклятие ассоциируется с законом. И в 13 стихе 3 главы послания к Галатам мы читаем о том, что Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой. Плата, необходимая для этого, уже внесена. То есть это доступно для нас, но это не станет нашим, пока мы не примем то, что Бог нам дает, то, что Христос совершил. Итак, мы с вами говорим о том, от чего же мы искуплены. Второе. Мы с вами искуплены от церемониального закона. До Голгофского креста народ Божий еще был в детском возрасте, и поэтому он нуждался в учителе. И это было обычной практикой в греко-римском мире. И в Писании мы находим такой же образ, когда говорится о роли закона до Христа. И вот этот тьютор, если можно так его назвать, помогал людям выстраивать правильные взаимоотношения с Богом. И этим тьютором как раз и был церемониальный закон Ветхого Завета. Об этом мы читаем в первых трех стихах 4 главы послания к Галатам. И мы читаем о том, что закон был детоводителем ко Христу. И теперь, после того, как Христос уже пришел, нам уже не нужен этот церемониальный закон. Нам с вами уже не нужно беспокоиться о кошерной пище. Нам уже не нужно придерживаться субботней традиции, не нужно следовать различным постановлениям этого церемониального закона. Мы с вами уже свободны от всего этого. Мы также с вами искуплены от вины за грех. И вот это искупление от вины за грех ведет к нашему оправданию и прощению. Быть оправданным, и об этом мы еще поговорим далее на нашем курсе, означает быть объявленным праведным, невиновным. Это юридический термин. И если вы освобождены от вины, то вы объявляетесь невиновным. И именно в этом и смысл оправдания, в том, что вы объявляетесь невиновным и, конечно, прощенным. Об этом можно прочитать в таких текстах Писания, как послание к Римлянам, 3 глава, стихи с 24 по 26, Ефесянам, 1 глава, стих 7, послание к Колоссянам, 1 глава, стих 14, и Евреям 9, 15. Евангелие от Матфея, 20 глава, стих 28, а также Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих, и Титу 2, 14. В послании к Титу 2, 14 мы читаем о том, что Христос избавил нас от всякого беззакония.
Мы также с вами искуплены от власти греха, и как результат, мы уже не обязаны подчиняться греху, выполнять его требования. Во всяком случае, мы можем не подчиниться. До нашего искупления мы находились в рабстве греха, до принятия Христа, и мы не имели возможности, не имели способности сказать «нет» греху и угодить Богу. Но приняв Христа, будучи искупленными во Христе, мы можем освободиться от рабства греха. И в послании к Титу 2.14 мы читаем о том, что Христос пришел для того, чтобы очистить людей. И также здесь можно процитировать то, что записано в первом послании Петра, 1 главе, 18 стихе. И вот это искупление от власти греха происходит потому, что мы умерли для греха со Христом и воскресли для обновленной жизни с Ним. И здесь можно привести текст, записанный в послании к римлянам, в 6 главе, стихи с 1 по 10. А также дальнейшие стихи этой главы будут вполне уместны, во всяком случае, до 13 стиха. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, стихи с 14 по 15. Вторая глава послания к Ефесянам, стихи с 1 по 7. Послание к Колоссянам, 3 глава, стихи с 1 по 4. И первое послание Петра, 4 глава, стихи 1 и 2. Еще мы с вами искуплены от власти сатаны. И здесь также можно привести несколько текстов Писания для подтверждения этой мысли. Они приведены в ваших конспектах, поэтому мы не будем сейчас их перечислять. Итак, это то, что совершил для нас Иисус Христос, искупив нас. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Теперь переходим к следующей концепции. Это концепция примирения. И как мы с вами уже отметили, когда обсуждали схему, говоря об этой концепции, мы с вами говорим о том, что совершила жертва Христа во взаимоотношениях между нами и Богом. Что касается самого термина «примирение», то в основе этого термина лежит слово, используемое в Библии. Это слово «каталасо». Это слово означает «менять полностью», «изменять». И также у этого слова есть еще и второе значение — «примирять», но также подразумевается изменение в примирении, изменение взаимоотношений. И примирение — это восстановление взаимоотношений, восстановление общения, устранение враждебности. И причина враждебности и нарушенных взаимоотношений — несомненно, это наш грех. И теперь давайте рассмотрим вопрос, кто же является объектом примирения? Кого необходимо примирить? Бога необходимо примирить с нами? Или нас необходимо примирить с Богом? Хорошо, Христос умер на Голгофском кресте, чтобы примирить нас. Но означает ли это, что Он умер, чтобы примирить Бога с нами, или примирить нас, чтобы мы уже не враждовали друг с другом? Что же имеется в виду? Как вы видите внизу в сотой странице своих конспектов, а также на странице 101, на этот счет есть разные мнения.
Так, Луис Чейфер считает, что именно мы должны примиряться с Богом, потому что мы настроены враждебно, мы отчуждены от Бога, и мы должны примириться. А, скажем, Джон Мюррей думает иначе. Он считает, что примириться должен Бог. Он должен пойти на примирение. И так он полагает потому, что Бог смотрит на людей с негодованием, на грешников. И примирение происходит потому, что Бог меняет свое отношение к человеку. Мое мнение таково, что мы можем долго спорить по этому вопросу, выясняя, в чем же происходит примирение. Но, как мне кажется, оно того не стоит, потому что мы понимаем, что примирение должно наступить с обоих сторон. И мы отчуждены от Бога и нуждаемся в примирении, и Бог настроен враждебно грешникам и нуждается в примирении. Я думаю, что, выслушав все это, вы задаетесь вопросом, ну а где же мы находим идею примирения в Священном Писании? И позвольте мне привести вам несколько текстов. Послание к римлянам, 5 глава, стихи с 8 по 11. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, стихи 19 и 20. Послание к Ефесянам 2:16. И также послание к Колоссянам, 1 глава, стихи с 19 по 22. В этих текстах можно прочитать об идее примирения, примирения между человеком и Богом, и почему оно необходимо. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.